Роботы вместо людей на заводах и фабриках, роботы-консультанты и роботы-официанты. Машины все чаще заменяют людей в самых разных областях жизни, хотя пока в качестве послушных исполнителей. Кому будет служить искусственный интеллект? Человеку или машине? Какое место человечество занимает в новом мире и кто нам роботы? Друзья или враги? Здравствуйте, вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», я его ведущая Виктория Новикова. И сегодня у нас в гостях наши главные герои – это студенты Казанского федерального университета, у которых есть свои определенные мнения насчет того, все-таки что происходит с нашим миром в угоду новых технологий. И, ребят, начнем с Георгия. Как ты относишься к стремительному развитию новых технологий? Я поддерживаю стремительные технологии. Я считаю, что это неотъемлемая часть прогресса. Мне кажется, что человечество должно шагать в ногу технологиями. Никак не могут влиять они на роботы, никак не могут влиять на прогресс, никак не могут захватить. Человек все равно остается важнейшей частью технического прогресса. То есть, в принципе, ты не против, если рядышком с тобой когда-нибудь, может быть, через ближайшие 20-30 лет, будет работать робот, и ты будешь с ним разговаривать как наравне со своими друзьями? Да, в принципе, не против, только за. Хорошо. А у тебя, Сергей, какое мнение? Я считаю то, что это неправильно, потому что просто банально не понимаю, как можно доверять роботам, потому что через них можно могут узнать о тебе очень многое, того, что ты не хочешь раскрывать и тому подобное. И все равно когда-нибудь интеллект роботов превзойдет интеллект человека, и, возможно, то, что мы станем их рабами. Но это случится не в ближайшее будущее. Я в этом уверен, что прогресс еще не достиг такого уровня, чтобы роботы захватили мир. Ну, кто знает? Сергей, ну смотри, ты говоришь о том, что, не знаю, начнется какая-то тайная слежка. Ты же наверняка также сидишь в соцсетях, и, возможно, все твои данные уже так или иначе есть в сети. Чего же ты боишься? Ну хорошо, в неком таком замешательстве мы тебе даем время подумать. Хочу предоставить слово нашему эксперту. Это кандидат технических наук, исполняющий обязанности руководителя лаборатории машинного понимания Высшей школы информационно-технической ИТИС, Высшей школы ИТИС, Максим Олегович Таланов. Здравствуйте, Максим, спасибо. Олегович, ну смотрите, есть мнение, да, кто-то боится, кто-то за идти в ногу со временем и вперед. Вообще, расскажите нам, пожалуйста, немножко о том, какая сейчас ситуация с новыми технологиями. Такой очень глобальный вопрос, какая ситуация с новым телом. Я могу, конечно, выступать только в качестве эксперта в определенной области, поэтому я хочу сказать о том, что немного цифр привнести, чтобы это было на какой-то вычислительной основе. На текущий момент для того, чтобы симулировать, то есть воссоздать 1% человеческого мозга, в институте в Японии Рикен в 2013 году, правда, немного устаревшая информация, потребовал здесь 50 суперкомпьютеров Кей, и на борту каждого было 80 тысяч процессоров. То есть на текущий момент для того, чтобы создать вычислительную мощность, необходимую для симуляции человеческого мозга, для воспроизведения человеческого мозга в вычислительной системе, пока у нас нет вычислительных мощностей на планете. Это также подтверждает Human Brain Project, очень известный проект с громадным финансированием 1,4 миллиарда евро. Можно здорово позавидовать им. Они утверждают, что мощности для воспроизведения человеческого мозга будут у нас в распоряжении человечества вообще. Я имею в виду примерно в 2030 году. До этого мы пока... То, что они сделали, причем привлекли суперкомпьютер, предоставленный им IBM, они сделали полную модель мозга мыши. Ну, для сравнения, да, человеческий мозг, в нем примерно, в зависимости от индивидуума, примерно 86 миллиардов нейронов. А у мыши это 4 миллиона. Ну, можете представить масштаб бедствия, да? Хотя структура примерно аналогичная. Поэтому для того, чтобы воспроизвести нечто сравнимое с человеком, нам надо еще очень серьезно продвигаться вперед в плане прогресса. Как я отношусь к этому? Да? Ну, перед нами стоит проблема очень серьезная, связанная с тем, что, в общем-то, те возможности, которые предоставляет нам традиционная так называемая фон-неймановская архитектура, как построена наша
значит, вычислительные устройства, системы в большинстве случаев, я имею в виду персональные компьютеры, телефоны, и планшеты и так далее, она, в общем-то, находится в положении того, что те потребности, которые мы уже хотим получить, да, что-то человекоподобное, реагирующее в сложной социальной среде, которая может адекватно реагировать, да, и не просто там как-то по заданному алгоритму, но и в определенном смысле испытывая эмоции. Я могу об этом отдельно рассказать, потому что наша лаборатория как раз производит исследования в области воспроизведения эмоций в вычислительных системах. Это называется направление вычислительных эмоций или affective computing. Мы хотим, чтобы они были гораздо более сложны, чем просто запрограммированные. Потому что те, которые запрограммированы, грубо говоря, роботы, да, классические, промышленные и так далее, они, в общем-то, уже нашли свое применение. Да? Есть заводы, например, машиностроительные, где 90% операций автоматизировано в текущий момент. Мы хотим чего-то большего. Мы хотим робота-медсестру. Да, мы хотим робота-медсестру, например. А что такое робот-медсестра, если она не испытывает эмпатии, она или он? Здесь уже интересный момент. Пола появляется в действительности. Это не просто философское. Тяжело, я считаю, потому что люди, человек с человеком иногда не может найти контакт, а тут еще нужно найти контакт человек-робот. Безусловно, это и философская, и биологическая, и нейробиологическая проблема, психологическая проблема и так далее. Это кроссдисциплинарная проблема, и исследование кроссдисциплинарное, соответственно, поднимает перед нами фундаментальные проблемы, над которыми думают выдающиеся умы современности, начиная с философов, заканчивая нейробиологами, я имею в виду Дамасио, Чалмерса, Деннета и так далее. Вот. К чему бы я рекомендовал почитать их, значит, труды в действительности. Максим Олегович, вот да. Вы занимаетесь, ваша лаборатория, как раз-таки изучением искусственного интеллекта. Хорошо, я уточню. И вообще, чему способен учиться искусственный интеллект? Так, знаете, лаборатория называется «Машинное понимание», а пути, которые мы, значит, используем в наших исследованиях, называется биологически инспирированный. То есть мы как бы подсматриваем то, что есть в природе, то, что есть в мозгу млекопитающих, и пытаемся воспроизвести это по аналогии в вычислительной системе. Таким образом, пытаясь воспроизвести процесс обучения, который есть у млекопитающих, непосредственно в вычислительной системе. То есть мы хотим, так скажем, не то чтобы мы утверждаем, что искусственный интеллект это может сделать, но мы хотим, чтобы мог обучаться точно так же, как человек. И более того, мы хотим воспроизвести, и мы воспроизводим уже. Два эмоциональных состояния мы воспроизвели. Это страх и отвращение внутри вычислительной системы. Нам удалось поставить эксперименты. В дальнейшем на ком вы будете ставить эксперимент? Вот я там на крысах это делаю. Мы не биологи, мы не мучаем крыс или всех остальных животных. Ну, запугивали. Нет, это симуляция. Это не была, естественно, значит, как сказать, живая мышка. Ну да, то есть это была симуляция. То есть компьютерно воспроизведенные участки мозга мыши. Точнее, как это эмбрион даже крысы, скорее, правильно его адресовать так. И, значит, мы помещали этот мозг, так скажем, симулированный мозг в определенное психоэмоциональное состояние в связи с так называемыми нейромодуляторами. То есть мы как бы переключали, если был такой переключатель, у нас его нет. Но если бы он был, мы как бы переключали психоэмоциональное состояние искусственно пока. Вот. И мы вот работаем именно в этом направлении воспроизведения биологически правдоподобных психоэмоциональных состояний внутри вычислительной системы, так, чтобы как бы заставить машину почувствовать эмоции. Вот вопрос именно так звучит. Как заставить машину почувствовать эмоции? Мы пытаемся на него ответить. Хорошо. Если у нас получится заставить машину почувствовать эмоции, есть ли для этого какая-то от этого угроза человечеству? Угроза? Вот я считаю как раз обратно. Если мы не воспроизводим психоэмоциональное состояние, то вот в этом есть угроза. Это так скажем, психопатический вариант развития событий. Вот мы видели «Терминаторов», замечательные фильмы американского, например, производства, в которых воспроизводится как раз психопатический вариант развития событий, когда машины не способны ни на эмпатию, ни симпатию, любовь и так далее. Они просто занимаются какой-то постановкой задачи и, значит, выполнением этой задачи. А
у людей, люди, которые не испытывают эмоции, они в действительности, в общем-то, неполноценные члены общества, да, социопаты, психопаты и так далее. Чтобы избежать этого, как раз нужно воспроизвести эмоции. Тогда, вполне вероятно, эти новые поколения, так скажем, роботов смогут испытывать к нам симпатию, к нам эмпатию, к нам любовь, сострадание и так далее. Хорошо, сейчас я предлагаю нам посмотреть опрос. Что же думают вообще по поводу роботов? Несут ли они какую-то опасность для человечества вообще у наших жителей нашего города? Давайте посмотрим. Ну, вообще, как бы, я считаю, что в современном мире это самый актуальный такой вопрос, да, вот как бы роботы — это наше будущее. Вот, сейчас постепенно разрабатывается программное обеспечение, искусственный интеллект, он постепенно развивается, вот, и я считаю, что это здорово. Ну, как бы фильмы про это есть, но я думаю, это только полезное, потому что, ну, как, польза от этого, потому что, как бы, и помогают и людям, и, в общем-то, усовершенствует этот мир, не знаю, как. Думал об этом, да, с одной стороны, страшно, что искусственный интеллект будет у нас править миром, но с другой стороны, все сейчас систематизируется, и в каком-то смысле это необходимая вещь для комфорта людей и жителей. Положительно, что нам будет легче жить с роботами, отрицательно, что мы можем, так сказать, потерять контроль над ними. Нет, я не боюсь роботов. Я все-таки считаю, что человек по-прежнему будет решать какие-то сложные задачи, которые невозможно решить роботом. Вот. И люди всегда будут преуспевать. Как вы вообще относитесь к роботам? Как вы считаете, миром начнут когда-нибудь управлять именно роботы, техника? Думаю, нет. Человеческое тепло, оно ни в ком больше не может удержаться, кроме как нас самих. Бояться не боюсь, но по-разумному здесь можно так полететь. Эти сценарии, в принципе, есть. Весь вопрос, как человек, не совершит ли ошибок. А опасность есть. Ну что ж, мы посмотрели мнение ребят, услышали как бы и положительные, и отрицательные какие-то моменты. Вы согласны с тем, что услышали, и свое мнение? Я согласен с Максимом Олеговичем, потому что даже если, приведя пример Максима Олеговича, «Терминатор» фильм, там создано не вполне точное описание. То есть роботы несут там только злобу, смерть, страдания. Мне кажется, ученые сейчас создают то, что помогает, наоборот, человеку легче облегчить его жизнь повседневную. Даже вот было выпущено новый iPhone 7. Как бы много новых функций для человека, для повседневной его жизни были доработаны, более разработаны. Также, если в медицине большой прорыв был совершен, много новых аппаратов было для улучшения, ну, даже жизни, жизнеобеспечения людей. Вот Максим Олегович сказал то, что роботы пока способны выполнять какие-то определенные действия, не способны что-либо другое. То есть у них нет креативности. В чем, ну, как сказать правильно, в чем превосходство человека над искусственным интеллектом? То, что человек способен мыслить по-разному, и то есть в разных ситуациях будет разный исход. А роботы не могут так делать, у них нет креативности. И поэтому это может повлечь в беду. Хорошо. Сейчас я предлагаю сделать нам небольшую паузу, после чего мы продолжим говорить о том, действительно, что идет дальше за новыми технологиями и несет ли вообще робот для нас какую-то опасность. Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и мы продолжаем. Ребята, вот как раз-таки прозвучало несколько мнений уже по поводу того, что все-таки, например, робот — это хорошо, и да, действительно, медицина от этого у нас становится только лучше. Но каких вообще вы мнений, не знаю, видите ли какие-то негативные последствия к тому, что, например,
ну, не знаю, каких-то профессий в будущем может уже не стать. И специалисты, которые сейчас есть, они просто могут остаться без существования, без работы. Я считаю, что роботы – это не самая лучшая вещь, которая стоит внедрить в нашу жизнь, потому что, возможно, у нас будет какое-то развитие в медицине и в других науках и прочее, но как-то путать роботов с тем, чтобы они были учителями, преподавали что-то, как-то учили людей чему-то. Зачем? Они никогда не смогут почувствовать, понять и также мыслить, как люди. Это во-первых. А во-вторых, роботы, они, в принципе, опасны. Если в них внедряют эмоциональность какую-то и чувственность, значит, они будут думать, как люди. Они будут не только чувствовать к нам симпатию и антипатию, значит, они могут думать и об убийстве, также могут думать и о других вещах. То есть это, в принципе, опасно для человека. Если еще считать то, что робот гораздо сильнее, чем люди, и какой урон может просто нам принести. Угу. Хорошо, Максим Ильич, если вы можете. Да, конечно. Как-то оспорить, например, опасность. Ну, тогда и люди опасны. В общем-то, все достаточно просто. Есть такой аргумент, часто встречающийся, что роботы там захватят мир, придут нам на смену. Но мы же не боимся своих детей, да? Иначе это какой-то параноидальный случай. Они точно придут нам на смену? Это 100% обеспечено, что дети наши придут нам на смену. Вот. Насчет... Вы здесь немножко противоречите сама себе. В том смысле, что с одной стороны вы утверждаете, что они не могут чувствовать, а с другой стороны вы утверждаете, что они как бы могут чувствовать. Например, злость. Я могу сказать так, да, в каком-то смысле, пока мы не воспроизвели эмоции и не заставили изменяться вычислительные процессы или процессы низкоуровневые самого робота или вычислительной системы в связи с психоэмоциональным состоянием, то тогда да, они не могут чувствовать. Но вот мы как раз и задаемся этим вопросом, как заставить почувствовать эмоцию вычислительной системы, как изменить ее вычислительные процессы в связи с психоэмоциональным состоянием, как ее заставить испугаться действительности, чтобы в ней что-то поменялось. А что в ней есть? Есть процессор, в ней есть память и так далее. Как повлиять на это? Соответствующим образом, так, чтобы вот было внутреннее изменение, так скажем, на очень низком уровне. У нас это на клеточном уровне происходит, да? Я имею в виду млекопитающих, а вычислительной системе должно, соответственно, на уровне процессора, памяти и так далее. Это должно происходить. И мы воспроизводим это. Я могу дать вам свои статьи, если интересно, почитать. У нас, и мы не одни действительности в этом смысле. Пинти Хайкенен воспроизвел в прошлом году, опять же, реакцию страха в роботизированной системе. Правда, немножко другим методом. Он использовал только исключительно, что называется, hardware, то есть железные составляющие, микросхемы. И путем обучения, построен, опять же, по аналогии с человеком, с млекопитающими, это называется Hebbian Learning, или обучение по Хебу, он воспроизвел вот реакцию избегания, так скажем, угрозы. Да? И это очень-очень впечатляет и поражает. Это не просто симуляция, а в действительности в роботе происходят изменения. То есть определенные импульсы порождаются, и он ведет себя совершенно другим образом. Вот. И в этом смысле, да, конечно, если мы говорим о том, что мы воспроизводим полный спектр, ну, хотя бы базовых эмоций, их 8, например, по классификации Томпкинса, точнее, 9 по Томпкинсу, потом мы сократили до 8, то мы, получается, воспроизводим как злость, так и страх и так далее. Но давайте задумаемся, зачем нам нужна злость? Зачем нам нужен страх? Зачем нам нужна радость? Почему они до сих пор есть? После стольких лет эволюции, почему они сохранились у нас? И значит, они выполняют какую-то жизненно важную функцию. Без них нельзя существовать в сложном социуме. Взаимодействовать адекватно с нами, не испытывая злость, не испытывая радости, не испытывая отвращения и так далее. Почему-то они закреплены. И у этого есть действительно эволюционное обоснование. И когда мы уже начинаем разбираться, почему именно так оно работает, почему именно так оно сохранилось, оказывается, что это все, у этого есть определенные обоснования. Они здесь, потому что они нам очень нужны. И без них мы часто не можем просто выжить. Поэтому для робота в сложном социальном контексте они будут нужны, чтобы он был адекватен нам, людям, в первую очередь, нам, людям. Иначе есть опросы и мнения уже давно сложившиеся. Есть вот эти, знаете, чат-боты и социальные агенты, которые не испытывают эмоции. С ними трудно общаться, оказывается. Это составляет определенную проблему у
фирм, которые создают, они пытаются симулировать и прочее, прочее, прочее. А здесь мы говорим уже об адекватном реакции, не просто реакции, а поведении адекватном робота в социальной сложной среде. Прошу прощения, но в любом же компьютере может случаться сбой, и поэтому вот из 8 эмоций может такое случиться, то, что останется одна эмоция, допустим, и злость. И насколько это будет опасно для человека? Да. Нет, это не так, грубо говоря, работает, что остается как бы одна эмоция. Воспроизводятся определенные механизмы в связи с психоэмоциональным состоянием. И, соответственно, внутри вычислительной системы появляется возможность испытывать всех как бы сразу, так скажем. Не в один момент, но хотя бы последовательно. А насчет сбоев. Вы знаете, что все нейрональные сигналы носят стохастический характер? Значит, случайный. Переводя на русский язык. Соответственно, мы живем в мире, который мы воспринимаем, который носит случайный характер. Мы постоянно, мы, млекопитающие, я имею в виду, мы постоянно живем в этом сбоящем восприятии. Так как же тогда робота заставить учить именно этой случайности? Вот, это отдельно, в действительности, очень важный вопрос. Во-первых, надо понять, какую роль носят стохастические процессы внутри мозга млекопитающего и как они влияют на построение, например, нейрональной сети, связи, так называемый circuit, внутри, значит, мозга млекопитающего. И потом, соответствующим образом, воспроизводить эти случайностные, так скажем, стохастические процессы внутри вычислительной системы. И мы уже говорим о том, что нас не устраивает, например, булева логика, которая четко да, да, нет, да. Нам нужна уже какая-то вариация на тему, то есть это вероятностная логика. Или есть вариации на тему вероятностной логики и так далее и тому подобное. Для того, чтобы хоть как-то приблизиться к тому, что мы видим в природе. Случайные стохастические процессы носят, кроме всего прочего, с точки зрения системы управления, носят очень важные, играют очень важную роль, извините, в оптимизации, стохастический поиск и так далее. Вполне вероятно, что здесь нам оптимизировать работу собственного мозга позволяют именно те вот процессы, которые в действительности основываются на броуновском движении, носит стохастический характер, а помогает нам оптимизироваться, понимаете? Насколько важна вот эта вот роль. Мне кажется, сейчас, конечно, полностью понять эту сложную систему, на которой мы как раз-таки трудимся, не очень-то просто. Вот. Но спасибо вам большое, что вы немножко нас уже погрузили в ваши исследования. Пожалуйста, легко. Я также соглашусь с Максимом Олеговичем. Как человечество будет внедрять вот все вот эти вот чувства в робота, если... Мозг надо исследовать. А кто же его исследовать будет, как не компьютер? Компьютер в своем роде тоже робот. Но компьютер-то кто изобрел? Человек. Ну, человеческий мозг всегда будет... Ну, подожди. Если ты против роботов, то есть ты считаешь, что они негативно влияют на человечество, то ты пользуешься телефоном, ты сидишь в социальных сетях, ты также сидишь в компьютере, и он тебе очень помогает в повседневной жизни. Вот именно то, что я считаю, то, что его надо оставить на этом этапе развития и дальше не развивать. Сейчас вам как раз-таки подскажет нас еще один эксперт. Хочу его представить. Это Ренат Дашкин, руководитель финансового клуба КФУ, ведущий программы «Экономикс» на телеканале «Универ Смотри». Конечно, мы уже сказали, что и сейчас на заводах уже вкалывают роботы, да, выполняется более 90% именно уже техникой. К чему вообще придет внедрение роботов в нашу жизнь? Может, Ренат у нас может ответить? Добрый день, спасибо. Однозначно к изменениям. И прежде чем начать свой ответ на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что скорость тех изменений, которые сейчас происходят в мире, многократно возросла. Если, допустим, внедрение инноваций в 20 веке, допустим, интернета в 93 году потребовалось 17 лет, чтобы достичь 50 миллионов пользователей, то Facebook в 2004 году достиг этих же пользователей за 3,5 года. А Pokemon Go, который был... известен в прошлом месяце за одну неделю. Соответственно, это ставит другие вызовы перед обществом. И говоря о вопросе изменений и трансформации общества в связи с технологическими новациями и прогрессом, следует отметить, что этот вопрос также не нов. Потому что в 19 веке общество столкнулось примерно с таким же вопросом, только в других масштабах. Я говорю о индустриальной революции и тех изменениях, которые она за собой привела. В 21
1821 году Давид Рикардо написал, что те изменения, которые возникли в обществе благодаря индустриальной революции, не столько изменили рынок труда и лишили людей возможности работать, сколько преобразовали его и создали совершенно новый технологический уклад, который позволил создать еще больше рабочих мест. Соответственно, сейчас мы видим те же самые разрушительные, как говорят, изменения, которые приносят не столько разрушение, в том смысле слова, которое оно есть, сколько созидание. Я смотрел отчет банка Merrill Lynch, по-моему, американского, за 2015 год, и по его подсчетам к 2025 году эффект от технологических изменений, инноваций, которые может привнести в экономику, составляет примерно около 14, между цифрами 14-33 триллиона долларов США, включая 9-триллионное сокращение расходов на создание рабочих мест и выплату зарплаты, соответственно. Плюс отрасль производства и медицины к 2025 году может сохранить на издержках около 8 триллионов долларов по всему миру. Соответственно, тут стоит вопрос, хорошо ли это, плохо, потому что, с одной стороны, мы теряем рабочие места, а с другой стороны, мы получаем хороший вклад в экономику и производство. Также я смотрел исследование Оксфордского университета 2013 года, конечно же, но оно все-таки показало хорошие результаты. Был анализ 700 профессий по всему миру и возможность их автоматизации. По итогам исследования было выявлено, что 47% рабочих мест в США, которые сейчас существуют, подвержены автоматизации до 2025 года. Это практически половина. А в других частях света, в Европе 35% и в Японии 49%. В чем разница? Разница в том, какой вид работы больше преобладает в той или иной стране. Соответственно, изменений коснутся те виды работ, которые, так сказать, рутинные. Те, которые робот на первоначальной стадии своего развития может выполнять. Соответственно, в Великобритании доля этих рабочих мест ниже. Там больше творческих специальностей, каких-то тех, которые нельзя заменить роботизированными системами. Если говорить о конкретно профессиях, которые будут подвержены влиянию технологической революции, да. Которым предстоит жить, да. Наверное, я бы больше обрадовал тех, которые заняты творческой деятельностью. Вообще три группы профессий, которые 100% подвержены, практически 100% подвержены исчезновению к 2025-2030 году. А вторая группа наполовину подвержена, и третья практически не подвержена. Практически не подвержены – это творческие специальности, актеры, это спортивные тренеры, это архитекторы и люди с высококвалифицированными знаниями. Подвержены почти 100% исчезновению – это работа бухгалтеров, не экономисты в целом, а бухгалтеров, именно счетчиков, машинисток, то есть те работников колл-центров, соответственно, те, которые уже сейчас практически наполовину исполняются роботами. И наполовину подвержены это профессии экономиста, то есть финансист все-таки человек, который должен принимать инвестиционные решения, допустим, и обладать способностью общаться с людьми, и, соответственно, он не так сильно подвержен этому влиянию. То есть вы сказали, что в Японии к 2025 году будет сокращено рабочих мест на 49%, как я понимаю? Подвержены сокращению. То есть по прогнозам экспертов, к 2025 году 49% рабочих мест в той или иной степени преобразуется. Я считаю, это необходимая автоматизация, потому что даже если взять, например, Древний Египет, там пирамиды строились рабами. То есть они таскали на себе, а сейчас это возможно за счет подъемных кранов, например. Тоже техника, тоже роботы. Но тоже неотъемлемая часть, помощь человеку. То есть 49% рабочих Японии – это около 40 миллионов людей. Большие цифры. То есть они останутся без работы. Чем они будут заниматься? Человечество не стоит на месте. Появляются новые профессии, новые места для работы. Мне кажется, эта проблема решаема. Ну, то есть роботы же создаются, и они оптимизируются для работы именно в новых сферах? Смотри, я хотел добавить.
Я сказал вот с оглядкой на историю, что больше происходит преобразование рынка труда. Соответственно, даже чтобы управлять тем искусственным интеллектом, нужны рабочие профессии, которые будут в этом разбираться. Сейчас новые технологии создают совершенно новые, ранее неизвестные отрасли, в которых нужны профессии рабочие. И это условие ставит нас, ну, допустим, студентов, в то положение, где нужно развивать те навыки, которые будут востребованы в будущем. Анализ больших данных, machine learning, там, вот искусственный интеллект. Все это будет требовать совершенно нового качественного персонала, который будет этим управлять. И перед тобой, перед как студентом, стоит задача выбрать то направление, которое будет перспективным в будущем, развивать те навыки, которые будут помогать тебе в этом, и, соответственно, получать то, что ты ожидаешь. У нас осталось не так много времени, и я хотела бы, конечно, представить еще одного нашего гостя. Это Лев, который как бы, ну, уже имеет некую, как сказать, причастен к новым технологиям, которые есть в среде развлечений. Вот, он хранитель ключей в квесте, да, который использует элементы научной фантастики. Вот, Лев, расскажи нам, пожалуйста, немножко вообще о вашем квесте. Добрый день. Квест? Что такое вообще квест? Квест предоставляет вам возможность побывать в абсолютно новой для себя обстановки и примерить на себя абсолютно новую для себя роль. Поэтому, например, в вашем случае я предлагаю вам сходить на наш квест и узнать для себя, что такое будущее и что, как вы себя будете в этом чувствовать. Расскажи конкретнее, да. Что у вас там такое? Наш квест предлагает вам возможность проникнуть в лабораторию, в котором происходят как раз-таки эксперименты и с искусственным интеллектом, и с другими инновациями, как телепортирование и так далее и тому подобное. То, что уже сейчас повсеместно исследуется, вы можете почувствовать на себе хотя бы эмоционально, как это будет в будущем. Также у каждого игрока, у каждой роли будет свое устройство отдельное, которым надо будет научиться пользоваться за короткий промежуток времени. Вы получите устройство, вам надо определить. Расскажи, какие технологии используются уже там? Ну, допустим, одно из устройств – это нейроинтерфейс, который считывает активность мозга. Это примитивный аппарат, магнитно-резонансный МРТ. Да. Это такой небольшой обруч, который одевается на голову и считывает альфа-бета-гамма волны. То есть, когда мы думаем, наш мозг излучает электромагнитные импульсы. И то есть, вам предстоит активно напрягать свой мозг какими-то задачами, какими-то мыслями, мыслительными процессами, чтобы справиться с теми проблемами, с которыми вы столкнетесь непосредственно в квесте. Спасибо, ребят. У вас еще есть мнение высказать все-таки, каким вы видите наше будущее, например, вот как раз-таки 2030 года? Угу. Здравствуйте. Ну, к 2030 году я вижу наше будущее все равно больше с роботами, потому что сейчас в медицине очень активно используются роботы, как пассивные, так и активные, для выполнения каких-то микрофункций. Там разрезание, например, можно с точностью до там, миллиметра просчитать, в каком месте надо сделать надрез, и все это благодаря робототехнике. То есть человек все равно у него может дрожать рука, это как бы ненадежный источник, а робот, он, у него компьютер, математически все рассчитано, и он всегда как бы будет правильным. Вот. Так что я, в принципе, за технический прогресс. Здравствуйте. Ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо. Все эти новшества придумывают для того, чтобы облегчить человеку жизнь нашу обычную. Но, например, профессия преподавателя. Как компьютер вообще, чему он может научить человека? Вот, допустим, то, что я поведу своего ребенка в садик через какое-то лет, через 10, и мне будет страшно оставлять его с роботом там. Как вот... Вот вы как женщина меня поймете, вы будете так же переживать за своего ребенка, ведь все равно, даже если роботы научатся чувствовать, он не сможет все равно почувствовать так, как это чувствует человек, как чувствует мать, как женщина. Он не сможет. Ну, поэтому и надеемся, да, что роботы нас никогда и не заменят на 100%, да. Да, что они будут нам помощниками. Говоря о роботизации в сфере нашей жизни, мне чертовски хочется надеяться, что роботы не заменят нас как творческие личности. Это не убьет наши духовные и моральные ценности.
Ну, как я сейчас вижу, как говорили уже здесь, в предполагаемом будущем все еще будут востребованы такие профессии, как актер, художник, ну, грубо говоря, все творческие профессии, которые есть на данный момент. И это радует, потому что я буду знать, что в будущем, лет через 30-50, буду писать все-таки я, а не моя микроволновка. И, то есть, но говоря о роботизации в сфере нашей жизни, я считаю, что роботизация не должна касаться таких сфер, как творчество, как живопись. Все те вещи, которые человек из себя выдает, они должны исходить от него, а не от алгоритма. Робот — это, в принципе, программа-алгоритм, который не сможет ничего свое добавить. Человек развивается каждый день. Вот я считаю, что, в принципе, таких сфер жизни не должно касаться. Ну, хорошо, я тоже надеюсь, что в связи с тем, что технологии развиваются, развиваются очень стремительно, всегда будет какой-то человеческий контроль, да, и мы вообще не утратим управление над всеми этими чудо-приборами, да. Желаем, конечно, чтобы это все развивалось и только шло на благо нашего человечества. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам на программу. Приходите еще. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак» на телеканале «Универсмотри». И с вами была Виктория Новикова.